Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's the first time we've gone through this. Здорово, дорогие друзья, с вами Good Game Wisher, и сегодня я вам расскажу, как играть, как такие величайшие игроки CSGO, как Boomage, Simple или Zeus. Достаточно просто тренироваться каждый день, и сегодня я расскажу, где тренироваться и как тренироваться. Для этого я вам советую такую карту, как Yprag Mirage. Это тренировка на Мираже, есть еще карты на других картах, чтобы тренироваться. Ну, я, например, поднял свой скилл очень сильно после того, как я начал тренироваться на этой карте. Преимущество этой карты в том, что вы можете отрабатывать сразу 7 разных факторов. Начнем с обычного. Первое – это защита. Защита, когда на любой точке карты на тебя кто-то должен их отстреливать. Второе – это позиция, которую ты должен знать. Третье – это позиция, которую ты должен знать, и ты их уже тренируешь в движении. Четвертое – это смоки. Пятое – это фаер. Шестое – это флешки. И седьмое – это все вместе. Ну что ж, погнали, расскажу вам про каждый режим отдельно. Также здесь можно выбирать разные оружия, от пистолетов до дробовиков. Это еще одно преимущество карт. Начнем мы с defense. В переводе с английского защита. Здесь у тебя выходят боты, они не стреляют. Они выходят, и ты должен их отстреливать, так, чтобы попасть. Ну, как видите, я с калаша плохо стреляю. Ну так вот, а вы можете натренироваться. Ну, перейдем второго режима. Ну вот, следующий режим — это позиция, о которых вы должны знать. Когда, вот, например, позиция, и вы просто хедшот выносите. Когда противник вас даже не заметит. Вот, например, еще одна позиция, по которой я не попадаю. Ну вот, это следующий режим. Переходим к третьему режиму. Ну вот, третий режим — это те же позиции, только в движении. Тут вот стреляют, и так хорошо стреляют, и так вы по всей карте ходите. Вот здесь, вот там, и там, и там. Ну, переходим к следующим режимам. Каждый профессионал должен знать раскидку смоков, флешек и фаеров. Вот это еще и тренирует вот эта карта. Ну, можно тренировать раскидку вот смоков, фаеров и флешек. Ну что ж, всем спасибо за просмотр драгоценный. Поставьте лайк на это видео, чтобы ролик продвинул YouTube. Вот так прям откровенно вам говорю. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, мне будет очень приятно. Я всегда радуюсь, когда кто-то подписывается. Ну, надеюсь, это видео вам помогло, и вы улучшите свой скилл. Ну, а с вами был Good Game Wisher, и всем пока! All right.